Расхоже мнение, что наша жизнь – тесное переплетение жизни и цирка. Иногда невозможно разобрать и найти грань, разделяющую иллюзию и реальность. Многие в этой жизни пытаются найти свое место и определить, кто они – дрессировщики, клоуны, фокусники или слоны. Может быть, эта история многим поможет разобрать, где цирк, а где нормальная жизнь. Акробаты и шпагоглотатели, эквилибристы
и змей-заклинатели канатоходцы, и силачи лилипут, и трюкачи ластоцы, все относительно, и мы смеемся невыразительно, потому что все озабочены, чтобы не остаться у обочины. Сегодняшний вечер, за ваши цветы, за ваши улыбки, за ваши аплодисменты, я!